И делаю обзор моей орхидеи, которая замерзла. Сразу скажу, я никого не виню. Бедняжка. Теперь я буду молиться, чтобы он хотя бы выжил. Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет распаковка красивенной орхидеи. Очень переживаю, так как орхидея ехала в минусовую температуру. Это было минус 4 ночью. Я не знаю, чем я думала, когда я ее заказывала. Но походу ничем. Очень красивый и бывает очень-очень редко. Поэтому, конечно же, увидела, схватила. Переживаю, или выживет. У меня орхидея из последних поставок практически не выживает. Я уже заказывала раза два парфюмерную фабрику, и она у меня не выживает. Как у вас? Хотя в этом деле я как бы не новичок, но что-то с этими орхидеями происходит. И знаете, я уже догадываюсь, что именно. Только я не знаю, на какой стадии. И была минусовая температура, поэтому я не знаю, или она выживет, но я настроена на хуже, честно. О, какая она красивая! Очень обожаю эти глиппы. Очень. Да, спасибо. Спасибо! Едук! Ладно, цветочки, лишь бы само растение выжило. Реально. Блин, она подморозилась. Ребята, видно, знаете, листики, они такие подмороженные, лепесточки. Они такие водянисто-прозрачные, вот. Само растение, ну, походу, тоже помёрзло. Хотя пока что ничего не видно, но, скорее всего, боже, тут куча. Боже, какой прекрасный каскад. Бутоны, все, блин. Да, бедняжка. Обожаю эти глиппы, я не могу, они такие красивые. Я хочу еще просто, хочу белоснежно-белый. Ну, если она выживет, это просто будет праздник. Вот такая была распаковка. Название этого сорта я вставлю. По-моему, она называется «Венецианский карнавал». Она очень красивая, она переливается всеми оттенками радуги. Листики такие, знаете, как вспотевшие. Конденсат. Она у меня постояла несколько часов, не распакованная. Все как положено. Ну все, с вами была Ирина. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Буду держать в курсе, выживет или нет. Подписывайтесь также на Инстаграм. Там вся наша жизнь. Каждый день. Жизнь за кадром, жизнь орхидеи. Я там чаще, чем на Ютубе. Все, целую, обнимаю. Пока-пока.
Так что не повторяйте моих ошибок, не заказывайте зимой орхидеи. Какая бы температура ни была, никакой утеплитель не поможет. Хоть 2-3 слоя, теперь я буду молиться, чтобы он хотя бы выжил. Ай, блин, красавец. Акита!